самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. По спеццене наши ботинки Элестина. Цена менее 1500 рублей и 3 цвета на выбор. Как, в каком цвете будете блистать, именно вы решать вам. Самое главное — дозвониться именно сейчас. Многие думают, что только лишь украшения добавляют акценты и делают образ женщины эксклюзивным, индивидуальным. Сегодня обувные дизайнеры пришли к единому мнению. Оказывается, и обувь может дополнять ваш ансамбль. Итак, дорогие милые модницы, полуботинки Элестина. Черный, синий и серый цвет. Здесь дизайнеры собрали самые универсальные и популярные оттенки в обуви. И сейчас мы в рубрике «Мода» докажем вам, что эта пара идеально подойдет для любого ансамбля. Мы приглашаем вас на наш подиум, где наши модели могут продемонстрировать вам идеальные, стильные, собранные комплекты. Давайте выберем ваш цвет и ваш размер. Ну, 3 цвета мы уже посмотрели. Это синий, черный и серый, а размеры от 36 до 41. Света сразу определилась по размеру, чтобы мы могли дозвониться. С удовольствием. Размерная линейка сделана по европейским лекалам, поэтому модель слегка маломерит. Советую вам выбирать плюс один размер. Я, например, ношу 39 и выбираю сегодня для себя полуботинки Элестина 40 размера. Наши модели Анастасия и Марина тоже выбрали полуботинки Элестина на размер больше. При выборе ботинок ориентируемся на полноту модели. Здесь полнота 7. Поэтому в основном по статистике полнота ноги российской модницы от 7-8 и выше. Поэтому сразу говорю вам, плюс один размер. Свет, скажи, пожалуйста, пока мы дозваниваемся, оформляем заказы, можно ли блистать сейчас вот просто в будни, не в праздники? Конечно, можно. И сегодня дизайнеры украшают модели одежды кружевами, велюром. То же самое касается и обуви. Почему бы такую обувь на каждый день не дополнить стразами? Mm-hmm. Если ты заметила, Лена, то здесь благородный блеск. Очень, здесь нет перебора. Но иногда, когда ты надеваешь обувь, хочется чего-то добавить. Ну, конечно, хочется добавить украшение. И вот оно, украшение на ваши ножки. Только сегодня цена 1499 рублей. Дозванивайтесь прямо сейчас, оформляйте заказы и блистайте этой весной. Свет, ну а я хочу спросить тебя, что это за материал и что это за стразы такие сверкают красивые? Сегодня все мировые бренды, которые изготавливают спортивную обувь, все чаще и чаще включают в свою коллекцию, особенно теплое время года, текстиль. Mm-hmm. Здесь потрясающие разработки технологов. Мы даже можем увидеть с вами сейчас, вы видите, вот такая легкая фактурная поверхность с добавлением нити микрофибры и капронового тонкого волокна, который является очень стойким и практичным. То, что касается блеска, это уже фабричное производство, называется термокрепеж, когда под воздействием высоких температур и пресса, термопрессование, мы можем к любой фактуре и текстуре ткани соединить украшения. Все это делается на качественных комбинатах под воздействием горячего потока воздуха и пресса. Поэтому сейчас я даже могу провести эксперимент, Леночка, на твоей модели. Давай. И он покажет, что наш блеск никуда не исчезнет. Очень часто при ходьбе. Ну, как обычно мы ходим, да, вот так именно. О, вот так вот и я иногда стукаюсь ножками, смотрите. Посмотрите, мы видим, что все остается на местах. Я сейчас накаточками пытаюсь отколупнуть, но хочу сказать вам честно, все прочно соединяется на нашей поверхности. Обратите внимание на то, что здесь потрясающие плетения, да. Вот как трикотажное вискозное полотно. И чем хорош текстиль, Лена? За счет текстиля с внутренней и внешней стороны наша ножка дышит. Дышит ножка, потому что здесь приятный текстиль и правильное украшение, которое никогда от вас не убежит. Дозванивайтесь уже сейчас. Посмотрите, на что способны наши полуботинки Элестина. Света, что это такое? Это эластичные вставки, благодаря которым эта обувь подстроится под любую полноту. Эластичные вставки закрывают нашу модель, делают ее более глубокой для того, чтобы можно было носить с пальто, с ветровками, с плащами на улице. Эластичные вот вставки с да. внешней и внутренней стороны в 2 раза больше подстроится под ножку. Легко. Особенно это касается отечных. Вот смотрите, если вдруг нога отекает, если вы боитесь, что полуботинки Элестина не подойдут, то прямо сейчас примерьте полуботинки Элестина. Наше спецпредложение дня создано для вашей ножки, для вашего комфорта и для вашего хорошего настроения. Украшайте себя стильной обувью, при этом не переплачивайте, ведь цена только сегодня 1499 рублей.
Свет, вот ты сейчас примерила наше спецпредложение дня. Вот скажи мне, пожалуйста, что чувствует твоя пяточка, особенно когда мы видим не просто блеск, но и через окошки мы видим конструкцию нашей подошвы. Да, давайте сначала поговорим об удобстве, да. Как ты меня спросила. Я хочу поговорить об увеличенной полноте. Слегка округленная зона мыска, увеличенная полнота нашей модели 8, говорят о том, что эти полуботинки Элистина подстроятся под любую ножку. Посмотрите, у меня высокий подъем, но у меня здесь остается место, свобода. Ножка отдыхает и дышит. Чем шире зона мыска, тем ножке будет комфортнее. Моя косточка на правой ноге, вот я ее сейчас вам демонстрирую, совершенно не видна, потому что здесь правильная технология соединения подошвы на контрасте и нашей модели. Мне нравится, что за счет мягкости и вставки, называется это мягкая подушка гелевая, это подушка безопасности, конструкция, разработка европейских дизайнеров, которые выпускают мировые производители современной спортивной обуви. Это 100% легкость. Снимается нагрузка с области спины. И потом, Лена, я даже не чувствую эту модель на ногах, потому что нигде нет давления. Ой. И вот нет эффекта дискомфорта. Вот это очень важно, потому что когда мы выбираем новую обувь, мы сразу настраиваем себя на то, что будут мозоли. Но только не в нашем спецпредложении дня, потому что это все текстильное полотно. Это все невероятные материалы, которые дарят нам комфорт. Резинки подстроятся под вашу ножку, а вот эта вот конструкция позволит чувствовать вам себя легко и комфортно. Наши полуботинки сами понесут вас над землей. Но обратите внимание, что завтра наши ботинки Элистина будут стоить 2400 рублей. Сегодня вы экономите 900, поэтому успейте забрать и свою экономию, и самое популярное предложение сегодняшнего дня. Да, наша модель очень прекрасно смотрится с брючными ансамблями, но это не значит, что такие полуботинки вы будете носить только с брюками. Как женщина, стилист, который обожает платье, я могу вам сказать, что такие полуботинки будут эффектно смотреться с бомберами. Это укороченные куртки, они могут быть трикотажными, атласными, юбка в пол, а также платье стиль casual или, например, стиль спортшик. Это свободное платье с хомутами или капюшонами. Очень красиво. Успейте дозвониться, блистайте этой весной. 3 цвета на выбор. Выбирайте, какой нравится вам. Дозванивайтесь и оформляйте свои заказы.